Впереди очень большой заяц. Прям сидит и не шевелится. Сейчас попробуем идти без велосипеда. Опа, попёр хвостом, блин, как он встал на дыбы, на задние лапы и смотрит. То есть он еще определяет ситуацию. Зайчик, покрывайчик. Да, попёр по дороге. Прям хвостом виляет, блин, как остановился. Где-то до него метров 150. Ну, было 100, а может быть, в среднем меньше, больше. Где-то около 130. Стоит. Он далеко не бежит. Он пасется на траве. Возле леса опушки стал. И он побежал. Все. Какой-то такой ленивый, толстый заяц, откормленный. Нажрался, наверное. Ладно, всем привет. Дальше меня не приближает он.